Здравствуйте, друзья! Наши подписчики просили нас снять обзор или тест на наш вентилятор Домовент Тише, говоря о том, что с этим вентилятором проводить сравнение DCT Auro 4 будет гораздо корректнее. Нельзя не согласиться, так как конструктив у вентилятора абсолютно такой же, поэтому сегодня мы с вами посмотрим, на что способен данный прибор. Производительность вентилятора Тише. Ванимометр мы ввели в параметры, учитывающие сечение сотового воздушного канала. И будем видеть цифры, которые нам показывают производительность за одну минуту. Чтобы получить за час, умножаем на 60. Производитель заявляет максимальный расход до 90 кубических метров за час. Соответственно, чтобы было это соответствие, здесь у нас должна быть цифра 1,5. Соответственно, как и во всех случаях, ищем максимальное значение, то есть позицию, при которой цифры будут нам показывать максимальное число. 1,74, 1,75, 7,7, 7,8. Так же, как и у DCT, так же, как и у Quite, поток идет по краю. Поток идет по краю. Максимально мы увидели 1,78. Но я думаю, что можно заканчивать испытание, потому что 1,8 умножить на 60, это уже получается 108 кубов. Заявлено 90, поэтому я думаю, что не нужно больше смотреть. Цель эксперимента по проверке производительности достигнута. Продолжаем смотреть на вентилятор Тише, который просили показать наши подписчики, и сравниваем его далее с равноценным вентилятором DCT Auro 4. Вентиляторы на самом деле очень похожи. Одинаковая крыльчатка, одинаковые размеры корпуса. Двигатель одинаково фиксирован на два болта к корпусу. И ничто его не отделяет. Никакая виброгасящая вставка, как в случае с Quite, которые как раз и говорили, что не совсем корректно сравнивать. Поэтому два одинаковых абсолютно вентилятора. Давайте посмотрим, как они будут себя вести в тонах. Кстати, Тишу мы еще не тестировали, продавали тонах. И это тоже очень интересно посмотреть. Ну, Эрой мы знаем, что в канале она бесполезна, а вот Тиша достаточно плотно поднял пробочку. Меняем местами. Обратите внимание, что конструктив у вентилятора абсолютно идентичный как с предыдущей моделью DCT Auro 4, так и с Тишей. То есть двигатель также фиксирован к корпусу. Размер такой же, крыльчатка такая же.
Сравнением, и как мы уже соглашались, оно наиболее корректное, потому что модели очень похожи друг на друга. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить палец вверх и комментировать, спрашивать и поддерживать нас своими мыслями.